Привет, ребят! Вы на канале Hard Reset Info. Перед нами телефон Oppo Reno 4Z, и в этом видеоролике мы войдем в Pro режим на этом телефоне, в Pro режим камеры, точнее говоря, и посмотрим, как он работает, для чего он нужен, и вообще поговорим немного о нем. Для этого мы заходим в камеру, потом проводим пункт «Еще», нажимаем «Эксперт». Здесь у нас есть разные варианты, то есть чувствительность к свету, выдержка, баланс белого, фокус, линза, то есть здесь очень разные всякие функции есть, то есть выбираем, что хотим. Давайте, например, будем дергать за эти ползунки. Во-первых, смотрите, главная проблема этого видеоролика в том, что мой телефон сейчас направлен в камеру, и я вам не могу показать, как этот режим работает и что он меняет. Но я вам советую, знаете, что сделать? Взять ваш телефон, включить Pro режим, выйти на улицу и просто вот так, как я вот сейчас делаю, подергать каждый ползунок и постараться сделать прям идеальный кадр, пока у вас не получится. После того, как вы это сделаете, думаю, вы уже поймете, какие настройки нужно выставлять, какой момент, какую функцию, в какую сторону нужно тянуть. Здесь можем поставить автоматические настройки, нажав справа снизу на кнопочку А. На этом все. Спасибо, что смотрели. Если у вас есть какие-то вопросы об этом телефоне, то пишите их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пока!